Добрый день, дорогие друзья, с вами арт-куратор Олег Ветров. Сегодня 15 июля, и как и обещал, я делаю анонс завтрашнего собрания администраторов арт-центра в Одессе, которое состоится 16 июля в 19:00 в арт-центре «Синий краб», Приморская, 42. Итак, что же мы будем обсуждать с администраторами? Прежде всего мы будем говорить о концепции арт-центра. Какова эта концепция? Что мы хотим создать? Наша миссия, наша структура. И очень важно то, что мы будем делать, это делегирование полномочий. Мы обсудим, кто из участников, администраторов способен взять какие направления и воплощать их в жизнь. Именно этим мы и будем заниматься завтра. Итак, жду вас всех. Пожалуйста, приедьте на 10 минут раньше, зарегистрируйтесь, и мы приступим к работе. Всем хорошего дня, хорошего настроения. До встречи. Пока-пока.